для меня, наверное, наиболее яркие моменты в театре. Ну, мне кажется, они все были очень насыщены, все спектакли и встречи с хореографами были очень яркими. Но особенно я бы очень хотела отметить, конечно же, эту встречу здесь с Екатериной Сергеевной Максимовой и с Владимиром Викторовичем Васильевым, которые мне очень много дали. Какую-то уверенность, да, в себе, что я могу не просто выходить на сцену, но и вести спектакли. Это была колоссальная работа над балетом «Жизель» в редакции Васильева. Я очень дорожу этими моментами. Когда я начала репетировать «Жизель» с Екатериной Сергеевной, я только выпустилась из балетной академии нашей, мне было 18 лет, я не танцевала ни одного еще спектакля. Мне безумно нравилось, как Екатерина Сергеевна показывала. Я чем-то хотела ее скопировать, да, но это было настолько естественное желание, не от того, что не хотелось быть, да, Екатериной Сергеевной, как-то изобразить это. Мне нравилось очень, как она это показывает. Я настолько была влюблена просто в нее, как в балерину. Она все время была мамой. Она говорила, давай я сейчас вот я буду твоей мамой. Мы сейчас все это сделаем. То есть настолько репетиции проходили тепло. Мне казалось, действительно, она моя мама. Вот мы в зале все это. То есть как будто это по-настоящему. Не просто такой вот, да, репетиционный процесс. Она всегда рассказывала, что они работали очень много, что она репетировала с Владимиром Викторовичем очень много. Но когда она показывала, не просто видно, что она отрабатывала это движение, она всегда чувствовала просто от кончика пальцев вот все. То есть эта кисть не просто, да, вот там кисть, да, или рука. То есть каждый палец, каждый... Но она это не выделывала. Это настолько было естественно, натурально и гармонично все. И поэтому достаточно было того, что просто вот она покажет рукой в классе, в зале, да, как надо. И ты смотришь, и все, и ты понимаешь, что слов даже уже не надо. Танцевала гениально. Конечно же, я рядом с ней всегда чувствовала какое-то волнение, такую радость, да, и расстраивалась, когда что-то не получалось, потому что хотела сделать как можно лучше, чтобы ее порадовать. Первый выход на сцену. Я очень переживала, чтобы не подвести Екатерину Сергеевну, Владимира Викторовича. Я понимала, что все поверили в меня. Я должна была прожить этот спектакль по-настоящему на сцене, как балерина. В свои 18 лет.